Мне трудно представить себе человека, чей внешний вид составлял бы такой разительный контраст с родом его занятий. Представьте себе женщину такого, в общем, ну, вполне домашнего вида. Она могла быть учительницей, она могла быть, наверное, библиотекарем, любым человеком любой гуманитарной профессии, которая побывала, ну, я не знаю, ну, наверное, в большинстве горячих точек, которые на нашем, значит, случались в веку и на нашем земном шаре. Вот. Бесстрашная абсолютно. Но действительно человек вот рискует жизнью ради того, чтобы, в общем, до нас донести то, чего мы в своей повседневной жизни, может быть, стараемся даже как-то не замечать, от чего мы отгораживаемся, что очень сильно нарушает наш душевный покой. Вот такова Вика Ивлева. Но я призываю всех принять участие в этом проекте, потому что эта книжка, она вообще, как мне кажется, должна быть в каждом доме.